Здравствуйте, с вами рубрика «Великий и могучий путь в мир родного языка». Сегодня мы обращаемся к фразеологии и орфоэпии. «У черта на куличках» говорим мы, когда хотим сказать «очень далеко, неизвестно где, в глуши». Почему именно у черта и что же такое кулички? Давайте разберемся. Кулички – это прогалины, поляны, болотистые места в лесу. По народным приметам – излюбленные места обитания нечистой силы. Сейчас выражение «к черту на куличке» означает «очень далеко, неведомо куда, в глухомань». По своему происхождению, это, скорее всего, ответ все на тот же сакраментальный запрет. Ответный вопрос «Куда?». Сравните реплику «к черту» в ответ на пожелание успеха в виде фразеологизма «ни пуха, ни пера». Интересно, что фразеологизм «на кудыкину гору», по сути дела, повторяет выражение «к черту на куличке». Этот оборот чаще всего используется в качестве экспрессивно-выразительного ответа на назойливый и ненужный вопрос «Куда идешь?». По своему значению этот оборот равен фразе «Тебе не все ли равно?». Родился же он в среде охотников. Раньше так охотник мог ответить на запрещенный с его точки зрения вопрос о том, куда он отправляется. Ибо, согласно поверью, запрещено было называть место охоты, чтобы не навлечь неудачу. Второе значение метафорическое – к черту, кудыка, от диалектного «куд» – злой дух, черт. Как правильно сказать – деньгами или деньгами? Дадим ответ. Литературная норма – деньгам, деньгами, о деньгах. Вариант «деньгам», «деньгами», «о деньгах» в словарях рассматривается как допустимый, однако устаревающий. Ударение на первом слоге сохраняется в поговорке «не в деньгах счастье», а также в названии пьесы Островского «бешеные деньги» в «бешеных деньгах». Итак, запомним правильно «деньгам», «деньгами», «о деньгах». Верные слова не изящны, изящные слова не верны, заметил китайский мудрец Лао Цзы. Выбирайте слова с умом. Удачи вам в делах, будьте грамотны.